Здравствуйте. Как получить напряжение с батареи пылесоса Dyson? Вот есть такой пылесос, у него есть ручка. При нажатии кнопки, там есть такая красная лопатка, которая нажимает на вот эту кнопочку. Вот. Но при нажатии на кнопку все равно на этих клеммах напряжение не появляется. Дело в том, что здесь стоит геркон, и в основании пылесоса, вот здесь вот, где батарея, стоит магнит. Так, вот он. Магнит. И когда батарея установлена, то этот магнит воздействует на геркон, и батарея понимает, что нужно отдавать напряжение. Вот этот черный геркончик, и нужно нажать на кнопку, и нужно прислонить сюда какой-то магнит. Вот загорелся синий светодиод и появилось 25 вольт. И эта кнопка воздействует на микрик, и микрик действует наоборот. То есть, если кнопка у вас, допустим, снята, то микрик должен быть отпущен. То есть так она тоже сработает. Кнопка не нажимает микрик, кнопка отпускает микрик, работает наоборот. Вот, появляется напряжение 25 вольт. Или же у вас, если нет микрика, микрик отпаян, то нужно замкнуть вот этот вот синий и коричневый провод. Это аналогично замыканию микрика при нажатии кнопки. Вот так вот просто добавлением магнита можно получить напряжение с батареей Dyson. И в новых батареях Dyson, по-моему, здесь ставят не геркон, ставят датчик Холла, но суть та же самая. Ну и я недавно поменял элементы в батарейке Dyson V7, потому что он после включения работал всего минуту. И видео будет где-то в первом закрепленном комментарии и в конечных заставках. Удалось поменять элементы, сохранив оригинальную плату.